Всем привет, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и мы с вами сегодня играем в инди-хоррор под названием Midshift. По крайней мере, мне так показалось, что это инди-хоррор. Написано, что это игра про какую-то скотобойню, что ли, или про что-то такое. Здесь очень много крови, мяса и смерти животных, поэтому если ты не переносишь смерть животных, отключись и иди читай книжки какие-нибудь добрые. Вот, сделана игра для Game Jam 2020 за 7 дней буквально... командой под названием Red King. Здесь очень неприятная поверхность, по которой мы ходим. Из-за нее у меня начинается морская болезнь. Я прям укачиваюсь. Не вижу здесь никаких логических прям цепочек, чтобы, ну, блин, понятно было, что здесь именно нужно делать. Вижу, что перед нами открываются двери, и все происходит заблаговременно. Левой кнопкой clock in. Что это было? Что значило? Да что такое? Куда иду-то я, хоть я не понимаю, что такое? Ну, мы понимаем, что это инди-хоррор, потому что, ну, по крайней мере, мы понимаем, что это хоррор. То, ввиду того, что здесь происходит. Пикап вакс-цилиндр. Поднять восковый цилиндр. И чё мне с ним нужно? О, ни хрена себе, у нас рука тоже из воска сделана. Опен. Капец, как тут далеко сделано взаимодействие. Ты посмотри. Я вот отсюда могу зак... Опять меня это самое, меня беспокоят всякие люди. Музыка здесь, конечно, отменная. Главное, чтобы мне YouTube не сказал, что вот так-то, так-то. А зачем здесь восковый цилиндр, ты мерзко? Добро пожаловать, Спред, компания Meatpacking. Ты стоишь, презентуешься в закрытой комнате. Что-то однажды ты поимеешь выполнение твоей что-то Спред компании мясокомбинат этого. Мы что-то там читаем работу сирен. Ты Виталия и... термос, что-то там. Твое время закончилось, о, room over. We request you make your way, что-то там, на-на-на-на. Где ты что-то там сделаешь. Ну, короче, я иду туда, где я что-то буду делать. Ладно, пойдем мы что-то сделаем там, где нам нужно что-то сделать. Для твоей правильной мы смотрим, мистер или миссис, что-то там. Кто может сделать, зарядить, пожалуйста, скажи здравствуйте Вербику. Вербик, привет. Вербик, ты где? Вербик, здорово. Бедные свинки, ты их сейчас убьешь. Волна твоей коворкера. А, помахать коворкеру. Угу, это он так помахал нам, понял. И что дальше, что? Ты будешь их молотком забивать, что ли, в конце концов? Ты дурак? Забивают-то ножом, там, чем, лезвием каким-то острым. Твоя первая задача выполнить сплитинг, отрезать шары... Чего? Шары свинки отрезать нужно. Что сделать надо? А, о, пикап кнай. Spread Company Meat Chart. Ты активируешь механизм и флюш тру сквозь что-то это. Reading Zema Fanny Blood and Entries. Однажды ты поимеешь флушить за Blood сквозь. Мы урги в Инаге субсистем за счет use provide spread company butcher knife to... Иди в жопу, блядь, старт машины, и все, не нужно нам всяких твоих этих инструкций, я сейчас буду рубить свиней, вот что я буду делать. А могу я прыгать, нет? И бегать не могу, вообще ничего не могу, ну-ка. Че жду-то? Непонятно. Чего жду-то? Свинки ползут, нет? Или где свиньи-то? Куда деваться-то куда? Это что такое? А, это просто так, это понятно. Так, ну я больше ничего не знаю, что делать-то. А, вот, еще какая-то. Pull switch. Это что такое заработало? Вот. Сплитовать пигу. Главное, чтобы YouTube меня не заблочил за такой откровенный контент. Мне кажется, в конце игры мы сами будем там висеть на этом крючке, и нас будут разделывать. Вот и вся история.
Такая интересная игра, симулятор мясника. Не очень она добрая, хочу заметить, не очень она веселая, не очень она вообще никакая просто. Ты пока что никакого смысла она не несет вообще. Так, и что, ей нужно вот нажать, чтобы она это смылась, наверное, нет? Или что, еще свиней надо порезать? Так, ну это сработано, пойдем обратно. Где там вербик наш стоит? Так, подожди, а в какую сторону нам идти? Пойдем в эту. Нет, в эту нам нас не пускают. В эту нам сказали, иди в жопу, туда не нужно идти. Ты должен просить в следующую комнату. Spread Company Meat Packing and Processing посадки. Пожалуйста, следуй рейлингам и что-то там путям вниз, чтобы что-то сделать. Где ты сможешь найти место, где содержится все мясо? Мы твою записку, факты, это что-то и изучили. Ты можешь тред со своим necessary care. Ой, ни хрена не ясно. Слушай, дружище, ты так быстро разговариваешь, что я же русскоговорящий, не в конце концов, не этот, не англичанин. Хоть субтитры бы помедленнее писали бы. Collect meat. И чё? И collect meat, и дальше что? Положил. Collect place. Collect place. Collect. Нет, коллекта больше, ладно. И чего? Как же ворк это, мать его? Я не хочу туда даже подходить, там громко очень. И чего? И чего дальше делать? Мне туда идти или совсем выходить? Я просто, может, что не понимаю. Я как бы первый день здесь. Научите, пожалуйста, работать-то. Здесь темнотень такая адская, что ничего не видно. Я вижу только вот какие-то белые пятна и всякую вот дребудистику, типа лампочек, лестницу вот еле-еле различаю. На Ютубе, наверное, вообще будет жопная, ни хрена не будет видно, а вот... Я еще жалуюсь, да? Скажи, я жалуюсь. Ну, я жалуюсь, блядь, потому что я в нее играю. И куда? Дверь открылась там. Еще вот эта вот рисовка, которая вот типа вот так вот меняется. Это прям... А, теперь время для твоего брейка, остановки. Ты и твоя quality работа. Что-то мы взяли плежуры, позвонили в Attention Now Spread бренд Kenneth Sausage. Это выглядит... А, это так классно. Должно быть sooner later. Скоро будет. Чувствую я огонь. А, свободу взять оружие. Retrieve within self. Seal свист, что-то там. Partake. И что? Чего нужно сделать-то было? Open. Open, open. Ни хрена нету здесь. И что нам делать с этим open, open? Так, ну здесь я везде был. Здесь, в принципе, нет ничего. Что я здесь пытаюсь найти? Это просто так сделано, чтобы, я так понимаю... Taken out. Сосич, это же, блин, не соус, это сосиски. Это сосиски. И чего? Положить на стол. Положил на стол сосиски, да. Дальше что? Че, на них смотреть ходить? Может быть, что-то еще? Подожди, что-то я сейчас открыл. Что за звуки? Знаете, что за звуки в моей голове происходит. Нам точно не сюда. Нам сюда не нужно идти, потому что это обратный путь. Это ерунда. Чего? Place plate on table. А, тарелку. Open can. Это сосиски. Твое время наслаждаться спред бренд Kenneth Sauce сосисками, которые ты что-то закончились. Мы отзываемся хорошо, путь мясной комнаты, где ты мог продолжить работу свою и выполнять задачи. А, ну типа я могу продолжить выполнять задачи. Дальше что? А где мой нож? Я его же никуда не выбирал, не убирал, и он должен был у меня быть в руках все это время. Привет. Помахать нельзя больше? Кстати, свинюшек стал меньше гораздо. Я столько не разделывал, не нужно мне рассказывать. Полит возвращение твой shift. Чего shift? Меня сейчас разделать будут? Подожди, и чего и куда? Помахать твоему коворкеру. Помахал своему коворкеру. Он мне тоже помахал, вот видишь. И, а, то есть надо было помахать своему коворкеру, и он мне открыл дверь. Ладненько, пойдем дальше.
Я уже знаю, что мне нужно делать. Снова что-то флуш сквозь. Помыть надо. Снова с... делим Беллис. Не знаю, что такое Беллис, по-моему... А, Беллс это шары, Беллс это шары. Мне интересно, какой итог у этой игры. То есть, мне не интересно резать свиней, мне интересно смотреть на кровищу. Мне просто интересно, какая, какой посыл был как бы изначально предоставлен, представлен в этой игре. Ой, какая гадость, смотри. Это чем вы ее кормили-то, эту свинюшку? А здесь все хорошо было, ну-ка. В такой рисовке это вообще страшно выглядит. А в тебе что будет у нас? М? Это вот нормальная свинюшка. А что с ней делать-то? Я так понимаю, сейчас я буду есть вон то вот это вот. М-м. Ладно, пойдем. Ножик у меня опять отобрали и говорят, не нужен он тебе вне твоей рабочей зоны. Без проблем, я буду ходить без ножа, я буду ходить просто так. Рисовка очень нагнетает. Честно, нагнетает. Она не нагнетает, она, знаешь, глаза очень сильно ломает. Она дергается. Она дергается, и с моими расслабленными глазами делать это, ну, как-то играть вообще не очень приятно. То есть ты сидишь, вроде расслабился, а тебя заставляют там, не знаю, смотреть на вот эту дергающуюся картину. Я пойду из этой комнаты, потому что здесь очень громко. А как ты видел, настроек тут никаких нет. А, то есть здесь были, были не настройки, а только выход, что-то там типа фака и вот этого, как его называют, и игры самой. Так, мы идем дальше на кухню. Это прям, знаешь, как ПТ на свиноферме. Действительно, как ПТ на свино... Чего там ползает где? Ой, сосиски живые, на, смотри-ка. И что мы с ними делать? Так должно быть, да? Чего? Опеновал, и что дальше? Тут же нету ничего, зачем мне опен это делать? А, мне, то есть, мне дальше нужно идти, да? Или мне сейчас я закрою дверь передо мной и все, нет? Там сосиски шевелятся, ребят, вы сами видите или нет? И, опа, а где он? А куда он делся? Помахать своему коворкеру, он сзади меня сейчас махать будет. Я тебе точно говорю. Ну-ка. Эй, коворкер, ты где? Меня расстраивает. А, то есть он за мной уже сзади наблюдает, что ли, блядь, или чего? Кто там смотрит-то за мной, эй? Я надеюсь, что не будет никаких громких звуков сейчас, когда нас будут пугать, блин, потому что он та перерабатывающая хи... Стоять. А нож мой где? Ну, я предполагаю, что разделывать будут все-таки нас. Ой. По мне мурашки бегают, хотя я прекрасно... Знаешь, я вот сейчас сделаю вот так вот. Вот так вот вот сделаю, чтобы, ну... Чисто не напугаться этих звуков, потому что я не хочу пугаться звуков. Не то, что звуков, пугаться я не хочу. Я не хочу, чтобы мои уши пострадали, когда будет показана всякая вот эта вот ерунда и будут крики какие-то. Пойдем дальше. Так как никак не настраивается звук у меня в быстром доступе, так сказать, на наушниках, там еще где-то, я вот намерен сделать именно так. Так, и что у нас здесь? А зачем я сюда иду, если у меня нет мяса? Я вот все время буду оглядываться, чтобы знать, что там никого нет. Сломал что-то. А, погоди, там засветилось что-то. Там же засветилось, теперь туда нужно идти, я так понимаю, чинить. Мышь сломали, правильно? Надо, значит, нам идти и чинить. Никто там не идет. Кто сюда пальцы-то засунул? Вот
вот когда он устраивался на работу, видимо, он пролистал эти из техники безопасности, потому что там по-любому написано, что не нужно сувать руки туда, куда не нужно. Ты имеешь провал в следующем протоколе. Мистер Вербик имеет записку. Мистер Вербик, не имей записку, мистер Вербик. Ну-ка, блять. Он за мной бежит, смотри-ка. Ну-ка, мистер Вербик, давай не дури, блять. Ну-ка, давай, не нужно такого делать. Знаем мы таких мистер Вербиков. Сейчас он нам нарежет колбаски. А тупик, а чё, я дальше никуда не пойду. Все, мистер Вербик, здравствуй. Давайте я сейчас заскриню еще под фонариком. Все, я так понимаю, мы теперь свинки. Нас сейчас будут резать. Да? Я сейчас увижу, как идиот кто-то там наверняка. Чего? Я не понимаю, куда идти. А, вот. Фонарем же подсвечен, дурак. Не, а я туда не буду прыгать. Да... Мысли, я вообще ни черта не вижу, честно тебе говорю. Вижу только фонари. Эй, говорит, спаси меня. А кто тебя спасет? Кому ты нахер нужен, дурачок? Ты сам сюда залез. Ну, не сам сюда залез, конечно, тебя Вербик этот посадил сюда. Сейчас напугают, бля, буду. Ну, падай, что теперь? Он сидит кто-то. Подожди. У нас, в принципе, один единственный вариант, куда можно пойти. Пальцы засунуть, и все остальное, что можно сказать. Толкай! Непонятный какой-то посыл, то есть, видимо, разработчики этой игры, эти, как их называют, вот видишь, как называются разработчики этой игры, видимо, они вегетарианцы, потому что я не вижу никакой сути в этой игре вообще, в принципе. Типа, зачем все так усугублять-то, блядь, все ж нормально, вроде свиней для этого и выращивают, для того, чтобы их убить, людей для этого не выращивают. Если бы людей так выращивали, ну, блядь, выращивай. Закон не позволяет, закон придумай, но выращивать людей-то будут, они все равно жизни другой не будут видеть, в конце-то концов. Это на работу мужик пришел ты на работу, значит, да? А из тебя колбасу сделать? Сосиски, даже не колбасу. Даже на колбасу не заработал. Сосиски сделали из тебя. Лютая, конечно, игрушка. Давайте на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь видео с друзьями. Всем до встречи в новых видео. Всем пока.